Давай сейчас навалю пока. Так, один готов. Я не... Бля, слушай, откуда... Бля, побежали. Где, где? Куда, где, где, где? Я бегу. Я все... Я у тебя оружие заберу, если что, не ссы. Нет, я не понял, где. Где там? Направо? Там, там. Бля, слушай, надо убить сперва их, блять, как-то. Это же пиздец неудобно с ними. Да тут, бля, мы бегали же, там пристрелки туда-сюда. Сейчас звали. Ну а что делать-то, бля? Ходит меня. Давай, давай. Такое пофармлю, блядь. Я мне стрёмно то, что вот сейчас я бью, а он меня снимет. Ну, там оружие нашел, это факт. Ну, я видел, блядь. Звук пиздец жесткий, да, почти. Он просто присел, жрет своих же. И я не попадаю ему по голове. Ну так не лезть, но надо. Бля, мне стрёмно тебя еще позадеть. Давай завалился. Вижу, бля. Так, нам больше ничего нету, да? Световая граната есть. О, ножика, ёпт, нету, блядь, ебать, теперь сложится. Я тебе говорю, я... Ну, он черный просто. Так, значит, он оружие взял, да, тут? Так, сейчас. Так, слушай, у меня, кстати, мой персонаж устал очень сильно. Лавину прям с... Нашел? Еще один? Вот такие играют люди, понимаешь? Чего? Вот, вот где там? Диман, ты где? Ты как продвигаешься к нам? Ага, ну давай, давай, просто, блин, надо пересечься и втроем будем. Нормальная вещь. От первого лица прикольно. Так, давай, тут большой магазин отбил. Ага. Так. Я сюда зашел. Заметку нашел. Маму твою... А, маму твою и Паулу Налик лапка затрагивал. Что-то там... Не знаю, что...